Волшебная сказка «Дюймовочка» положила начало ночи театра в Брестском академическом театре драмы. Посмотреть на давно полюбившихся персонажей пришли самые юные зрители. С каким воодушевлением они оценивали декорации, изучали сюжет пьесы и образы персонажей. Восторгу малышей не было предела, ведь они верят в сказку и ждут, что она обязательно заглянет именно в их дом. Театр – это вообще одна из сфер искусства, которая зародилась и появилась вообще на заре рождения цивилизации. Это первое из таких серьезных культурных направлений, которые существуют в мире. Поэтому театр вечен. Появилось кино, но театр никто не забыл. Появляются новые технологии, они активно используются в театре. Поэтому действо, взаимообмен эмоциями и энергией, которые дарят актеры со сцены и зрители получают, сидя в зале, либо взаимообогащение, оно никогда не будет утрачено и будет продолжаться. Поэтому вот это вот, наверное, таинство вот и привлекает наше население, наших граждан. От глаз зрителя в театре скрыто многое. И главная цель таких встреч – показать и рассказать людям о том, насколько непроста профессия актера, режиссера, продюсера, музыканта, которая в первую очередь дарит публике частичку себя и своего настроения. Чтобы рассказать об этом подробнее, были организованы различные мастер-классы. Один из самых популярных – по азам актерского мастерства от режиссера театра Дениса Федорова. Сегодня, так скажем, я покажу азы, с чего начинается актерское мастерство и, так скажем, просто введу в курс, что собой подразумевает. Конечно же, за час научить актерскому мастерству невозможно, но показать людям, как начинается процесс, вполне можно. Параллельно с мастер-классом по актерскому искусству ушли обучающие семинары по хореографии и сценическому движению. В соседних залах гостей встречали большие ростовые куклы. В кафетерии любители живой музыки могли насладиться любимыми композициями в исполнении актеров. А на большой сцене публику ожидала демонстрация спектакля. Переходя от одной локации к другой, гости праздника открывали для себя новые страницы закрытой жизни театра. Если честно, мне здесь интересно все. Мне очень нравится, как играют актеры, все их мастер-классы. Очень хотелось бы поучаствовать в чем-то, пофотографироваться. Для нас в Бресте это в новинку. В некоторую люди после работы могут пойти развеяться, попробовать себя в качестве актера, потанцевать, насладиться вокалом. Мероприятие в 2019-м получилось не просто масштабным, грандиозным. Сотни людей, горожан и гостей Бреста пришли посмотреть на театральное закулисье, увидеть то, что так притягивает и удивляет зрителя. Организаторы уверены, следующая ночь театров получится не менее красочной и оригинальной.